Мы прописали второй слой, то есть тени проработали. Теперь переходим к общей деталировке. Баклажан берем более контрастными цветами, чтобы выявить наш лук. Внизу баклажанов я добавил охру, коричневые, такие теплые оттенки. Вверху немножко возьму похолоднее.
Тени на баклажанах тоже чуть-чуть темнее возьмем. Вот таким способом мы прописали, продетализировали наш натюрморт из двух овощей. Попробуйте тоже дома составить натюрморт из двух овощей и также нарисовать, скомпоновать. Сначала нарисовать, и потом прописать акварельными красками. Всем до свидания!